Готовятся следующие бойцы. Абдувасил Улу Алмамед и Салманов Атабек. Давайте поактивнее, мы ждем вас. Дорогие друзья, очень красиво стартовал основной карт. Прям нокаут, очень глубокий, в первом раунде, на первой минуте. Мы ждем бойцов весовой категории 61 килограмм. Кыргызстан, Абдувасил Улу Алмамбет. А также его соперник из Узбекистана, Салманов Отабек. Под ваши аплодисменты, друзья. Абдувасил Улу Алмамбет и его соперник Салманов Отабек, Узбекистан. Отлично, наши бойцы готовы. Итак, в синем углу весовая категория 61 килограмм, рост 170 сантиметров. 6 побед, 1 поражение. Команда спортклуб ОГПИ, возраст 22. Встречайте бойца из Кыргызстана, Абдувасил Улу Алмамбет. Его соперник в красном углу, 61 килограмм, рост 170 сантиметров. Команда Узбекистан, встречаем бойца Салманов Отабек. Бойцы на середину. Бойцы, слушайте, твоя команда. Команда Блэкстоп, не работаем. Запрещенный удар не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Удачи, давай, красивый бой покажете. Удачи, бойцы! Запрещенный удар в пах. Порпа, что я реально, ну, да? Ура, 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 ура
Очень красиво и очень активно работают бойцы. Конец первого раунда. Начало второго раунда. Очень быстрые и легкие ребята, прям двигаются очень быстро. Даже не уследить. Очень хорошо прицеливается Алмамбет со стойки. Опа! Атабек тоже защищается очень хорошо. Оба бойца демонстрируют очень красивый бой. Вертушка чуть не задел, но мимо. Супермен Панч тоже мимо. Алмамбет забирает середину. Очень активно работает в стойке. Стой.
Очень уверенно работают оба бойца. Концовка второго раунда. Давайте поактивнее, друзья, поддержим! Конец второго раунда. Хочу напомнить, что основной карт три раунда длится у нас. У наших бойцов теперь финальный раунд. Абдувасилулу Алмамбет и Салманов Атабек. Начало финального третьего раунда. Поехали, бойцы! Фанаты смешанных единоборств, поддерживаем бойцов! Очень хорошо бьет Алмамбет левый и попадает по своему сопернику. Атабек тоже защищается. Ох, какой обмен ударов произошел. Очень хорошо попадает правой прямой Алмамбет. Проход в ноги, но не удается Атабеку. Алмамбет защищается очень хорошо. Оба бойца работают очень грамотно.
провод бакой. О, мандат. Машина, связка. Куттар чарчат, кутка тебе, кутка тебе. Кутка тебе, чипундар. Ол бакой, дверь, тру, он лоз, эткин. Олды горса, кутка тебе, кутка тебе, кутка тебе. Ол бакой, дверь, тру, он лоз, тэп, кат. Кут ору кал, кутна тэп, тэп, аман бе, олды горса, тэп. Олын көтер үште, шашылып алмамет, олын көтер үште. Эс алғанша, эс алғанша, олын берен ұл. Өзің оғын, олын берен ұл. Конец третьего раунда, это был финальный раунд. Отлично! Алмамбет и Атабек показали очень красивый бой. Три раунда они бились без остановки. И никто из них не уставал. Самое время услышать решение судей. Бойцы на середине уже готовы услышать. Куратош, вам понравился поединок? Тогда больше шуму давайте! Отлично! Итак, дорогие друзья, победу одержал решением судей боец в синем углу из Кыргызстана Абдывасилулу Алмамбет. На награждение хочу пригласить директора компании Билайн Ахаев.